Коллекцию. Вы знаете, из года в год создавая коллекции для женщин, женственные, ну, мне как мне кажется, красивые, ну, по крайней мере, я стараюсь, как-то поступательно приходишь к мысли, что чувствую себя собой. Мне хотелось донести свои коллекции дамам, которые, ну, что-то, конечно, нельзя, допустим, в жизни носить, но при каких-то поправках там и как доделках для жизни все равно можно, да? И мне хотелось донести до каждой, до разных, что, в принципе, она вся разная, она такая вот вся перемешанная, такая вот на оторвись там, да, чтобы каждая нашла себе, а я вот это могла бы одеть, да, а я бы вот это, да, надо же и гольфики там как-то еще что-то, горошки, то, пятое, десятое, чтобы каждый нашел себе лоскуточек, кусочек, какой-то такой пазлик, за который зацепился бы и немножко бы менялось бы мировоззрение, что кроме там джинсов, это прекрасная одежда, я не говорю ничего. Но кроме джинсов, белых футболок, там, лосин и такой обыденности, жизнь одна. И хочется праздника. Не в смысле такого идиотизма, да, а радости такой внутренней, прекрасной, легкой. Вот, собственно. А скажите, для вас есть какой-нибудь табу в моде? Вот вроде бы все ваши наряды, они и с вызовом, и аккуратные, красивые. А есть какой-нибудь табу? Вот на что бы вы ни за что в жизни не согласились? На пошлость. На пошлость. А что, как вы ее пошлость видите? Объяснить невозможно, почувствовать можно, очень тонкая грань, когда ты переходишь. Вот главное не перейти через эту грань. А расскажите про аксессуары вашей коллекции. Просто были невероятные шляпы, гольфы. Вот чем вы руководствовались? Ну, так как мне все нравится очень, я перфекционист, мне нравится, чтобы чисто, чтобы очень графично, чтобы четко и с таким правильным, сильным посылом.
да, немножко игры, самоиронии при этом, да. Вот эта самоирония в гольфиках, там, в тренде, который как бы, да, можно и так, почему нет. Кто веселый, кто оденет, так замечательно, прекрасно. Уши, ну, не знаю, у меня просто вот эти, круг, форма абсолютно моя, круг, шар, поэтому, собственно, уши Микки Мауса, у меня такие рукава, это всегда как-то живет во мне, вот все эти, как... фигуры, объемы, там, не знаю, там, квадраты, кубы, круги, шары. И просто я, ну, как в пятнашке или как в пазлы составляю то так, то так, то так, то так. Вот сейчас вот так сыграли, потом будет как-то по-другому. А есть для Ольги Полухиной какой-то свой любимый силуэт? Силуэт? Ой, там, знаете, как-то их очень много. Не знаю даже. Это и летящие, и стройные какие-то формы, да? И летящие, и стройные, но самое главное не переборщить, еще раз говорю, чтобы было не убавить, не прибавить. Чтобы, если нужен хвост, то значит должен быть хвост огромный. А если здесь переборы не люблю, я не люблю переборы, я не люблю объяснимого. Я считаю, что должно быть необъяснимо, но просто и сложно одновременно. Оль, а вот такой вопрос. Вы могли бы нам сказать, есть ли какие-то тенденции вообще в целом, которые являются провальными? Вот прям в мире моды это была тенденция, но она вот изначально была провальной и осталась. Вы знаете, я сейчас просто так, может, не соображу. Я думаю, что любая тенденция может быть провальной, смотря как и кто это оденет. Например, леопарда я не люблю ни в каком варианте. Вот ни в каком. Пусть будет тенденция и будет ходить весь мир, никак. Не более-менее там, не блестяще, не более-менее завуалировано. Не тенденция. Посыл определенный, ничего с собой делать не могу. Нет, я не к тому, что кто хочет, то ради бога. Не ко мне, да? Вот. Если когда-то он станет тенденцией, у меня в коллекции этого не будет. А, такой вопрос. Есть что-то, что обязательно в следующем сезоне должна иметь каждая девушка у себя в гардеробе? Знаете, вот обязательно. Честно, мне кажется, гольфики с босоножками, но... Ну вот мне так кажется. Но весь мой коллектив сказал, ты что, сошла с ума, и так все красиво. Вот мне кажется, гольфики. Яркие. Такие яркие, в горошек, разные. Ну и почему нет? Ну не каждый день, но иногда можно себя порадовать. Смешно. Оль, и не могу не обратить внимания на ваш просто супер интересный аксессуар. Расскажите, пожалуйста, это ваше производство? Нет, это не мое производство. Ну как-то сегодня с утра проколола лесочку, одела и пошла. Вот так, вот этот хендмейд, дизайнерская штука, история. Да. Спасибо вам большое за такое интервью. Спасибо, что терпеливо, да, подождали. Спасибо. Спасибо.